Привет всем! С вами канал «Атмосфера вкуса». Сегодня готовим куриные желудки с овощами в крахмально-соевом соусе. Куриные желудки очищаем и нарезаем на небольшие кусочки. Луковицу шинкуем полукольцами. Морковку натираем либо на крупной терке, либо для корейской моркови. В разогретую сковороду без масла отправляем наши желудочки. Соку, который они дадут, тушим минут 30-40 до испарения жидкости. Добавляем сушеный чеснок, паприку и перемешиваем. В кружку насыпаем 2 столовые ложки крахмала, 6 столовых ложек соевого соуса. Разбавляем холодной водой. Хорошо перемешиваем. Получившийся соус вливаем в сковороду и мешаем, пока не начнет густеть. Добавляем морковь и лук и мешаем до окончательного загустения соуса. Готово! Можно подавать с гарниром. Приятного аппетита! Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал.